День сегодня непростой. Мы сегодня празднуем всем народам торжество День Российской Армии. В этот день поздравим мы наших пап и дедушек, всех защитников страны, всех мужчин, конечно. Мы любим армию свою, она большая сила. Она бесстрашная, в бою всех недругов разбила. Отважных, сильных и веселых мужчин сегодня поздравляем. С Днем Защитника Отечества, здоровья, радости желаем. 23 февраля, папу поздравляю я. Папочка, ты мой герой, самый лучший и крутой. Поздравляем! На чистое небо спасибо солдата. Далекое солнце за хлеб на столе. Мы скоро на смену пойдем, ребята. Научат нас мире по злой войне.